Автодорожное кольцо вокруг Тюмени будет замкнуто не позднее, чем через год. Из 4 пусковых комплексов восточного обхода в эксплуатацию осталось ввести всего 2. На участке Тюмень, Быково, Копытово, Стратобольский тракт работы уже ведутся, а вот кто будет пробивать дорогу дальше до трассы Тюмень, Боровский, Багандинский, еще только предстоит выяснить. Тендер будет объявлен не ранее января. Работы по 4-му пусковому комплексу разделены на несколько частей. Часть из них уже готова к торгам, часть из них только готовится. Большую сложность там составляет землеотвод и также перенос сетей коммуникации. Это самый длинный участок, самый насыщенный развязками, путепроводами и мостами. На завершение Тюменской кольцевой автодороги из областного бюджета будет выделено свыше 11,5 миллиардов рублей.